Стой. А, дело в том, что... Подожди. А, что, хватит ржать. Ну, что? Ты такая охуенная. Что это такое? Да, ты охуенная, я решил об этом сказать. У тебя классные ноги. Давай честно, у тебя классная жопа. Это... Что? Тут нету, да, камеры? Да какая нахрен камера что вообще? Это мои чувства. Я вчера на вписоне уснул. Да. У меня вчера была вписка. Вот. И я вот... Вот так, короче, уснул. Уснул на вписке и теперь вот мучаюсь на самом деле. Вот, потому что ты мне как понравилась, и я вот хочу тебя позвать куда-нибудь и вообще. Что это? Все нормально? Ты архитектор? Что ты? Ну, я на дизайнер. Сколько тебе лет? 17. 17, да? А тянет тебя на приключения? Скажи мне, не детские. Не детские. Здесь подвох, по-любому. Где подвох? Подожди. Здесь. Мои чувства, и я, и ты, они здесь. Без подвоха. Как тебя зовут? Соня. Соня, у тебя есть парень? Нет парень, значит будет. Супер. Да. Как твоя мама? Ну, я ей понравлюсь. Не знаю. Нет. Ты любишь котлеты делать? Значит, ты нравишься моей маме. Супер. Чего ты ржешь? Чего ты прешься? Весело. Да? А чем занимаешься? Учусь на барабанах. На барабанах играть? Да, научусь тут. Да. Сыграешь? А я на гитаре играю. Можешь с тобой вместе что-нибудь забацать? Я еще не умею играть. Слушай, я хочу тебя. А, в смысле, имеется в виду, я хочу с тобой потом пообщаться и взять тебя номер телефона вообще, и потом встретиться. Давай. Давай. А что мы будем делать с тобой на свидании? Не знаю. Не знаешь? А будем с тобой куролесить? В таком смысле. Ну, ты будешь играть на моей гитаре. Я тебя научу. Что такое? Давай быстрее, я опаздываю. Опаздываешь, да? Ну давай. Хорошо. А, 8-916. Сейчас, подожди. 8-916. Как зовут? Соня. А меня как зовут? Вася. Какой нахер Вася? Раду. Держи. Раду. Да. Слушай, давай честно, вот прямо тебе. Ты, вот я могу быть честным с тобой? Да. А? Да. Ты девочка? Да. Хорошо, просто я буду тебя первым. Любимым, самым любимым. Все, давай. Бля, ну если...